14 декабря социальные карты жителей Московской области разблокированы. Граждане в возрасте 65+, и имеющие хронические заболевания, смогут ими пользоваться. Однако всем, кто находится в группе риска, рекомендовано соблюдать режим самоизоляции и без крайней необходимости общественные места не посещать. Это ограничение сохранится до 12 января 2021 года. Если вам понадобится помощь, звоните по телефону горячей линии Одинцовского управления социальной защиты населения.